Друзья, всем привет! Сегодня Фикс Прайс на Калантай 24, город Санкт-Петербург. Посмотрим новинки. И в посуде вот такие стаканы привезли. Есть низкие, есть высокие. По 79 рублей. Это Паша Бахче. Кто не успел купить, снова привезли круглые красивые салфетки. Диаметр у них 38 сантиметров. Есть и с птичками, а есть вот такие геометрические разводы. Красивые яркие цветы. Ценника нет, по-моему, по 83 рубля они были. Новые кружки белые, рифленые. Объем кружек 340 миллилитров. Все белые. Это керамика. Цены нет, я думаю, 79. Следующая интересная новинка – сепаратор для яиц. Я так понимаю, можно разделять сразу несколько яиц. Сепараторы разноцветные. 149 рублей. Салфетки из ПВХ, ажурные, красивые. Размер 30 на 46. Вы пишете, что очень неприятно пахнут, но, возможно, прошлые поставки такие были, в этот раз почти нет запаха, друзья, так что смотрите. К тому же они недорогие, 35-50, по-моему, ценника тут нет. Вот такие салфетки кружевные, это плотный пластик, три цвета, коричневый, белый и сливочный. Размер 41 на 28,5. Цены, к сожалению, нет. Есть новые ёршики для бутылок, они по 79 рублей. Тряпки для пола, большой размер, 70 на 80, пушистые, из полиэстера. Разноцветные, 116 рублей. Мочалки для пилинга, в этот магазин также поступили. Они разного цвета, розовые, сиреневые, серые. 12 на 70, цена 99 рублей. Есть наборы для уборки, совок и щеточка, 116 рублей. Цвета, конечно же, как всегда, в ассортименте. Для чистки труб щетки пластмассовые. Удалить засор легко и быстро. Вот такая вытянутая щетка с зазубринками. Длина 50 сантиметров. Цвета разные. Цена 55 рублей. Наборы для туалета. Ёршик в стакане доломитовом. Красивые стаканы с цветами, с объемным рисунком. И ёршики с металлической ручкой. 39 сантиметров. 299 рублей. Щетки для чистки ванной, например. Также кафель удобно будет ими чистить. Ценника нет, к сожалению. Вот эти резиновые перчатки из прошлых поставок. На ладошках у них пупырышки для чистки овощей. Можно мыть ванную, например. 149 рублей. Новые ведра привезли к нам. Такие пластмассовые. И тут кромка снимается. Удобно можно фиксировать мусорный пакет. Вот таким образом снимаете, надеваете пакет и фиксируете. Объем ведра 9 литров. Значок пищевых продуктов перечеркнут. Есть еще бежевенькие. Цена 249 рублей. Средство для мытья полов с ароматом лаванды и шалфея. Подходит для всех типов напольных покрытий. Не оставляет разводов. 930 грамм. Цена пока не указана. Новые капсулы для стирки. Это Smart Fox. Тут 10 штучек в упаковке. Капсулы подойдут для белого и для цветного белья. Ищите около кассы. Цены пока не было. Также около кассы можно найти блески для губ. Снова их подвезли с ароматом арбуза, банана и клубничные есть. Такие блески по 99 рублей. Рядом бальзам для губ с клубничным ароматом от Zazu. Такие по 79. У кассы ищите пластырь мозольный гидроколлоидный от влажных мозолей. 6 штучек в упаковке, 249 рублей. Тамагочи также около кассы ищите. Разные расцветки, выбор огромный. Ценника не увидела. И кто не успел купить, смотрите, сколько привезли кашпо. Тут и вазы-сумочки, и вазы-мешочки. Есть все расцветки, белые, розовые, серые. Сумочки, вазы по 249, такие мешочки по 149. Друзья, на этом обзор из Фикс Прайс заканчиваю. Пока что все новинки. Дальше давайте прогуляемся с вами по магазину Оби. Там много интересного декора. Друзья, смотрите в Оби. Какой декор. Гномики с усиками. Так, сколько стоит гномик? Заяц 1400. Не вижу. Веточки 269, 500 рублей. Цыпленок 469. В общем, есть, а сколько стоит, непонятно. Блюдо с кроликом. Для мелочей. Кролики симпатичные. С лавандой. Вот такая красота. Курица 500 рублей маленькая. Керамика или фарфор. Такое
А вот написано, сейчас посмотрим с вами. Керамика. Есть большая курочка. Большая курочка. Сколько стоит, непонятно. А, друзья, курица 300 рублей и большая, видимо, 500 стоит. 10 сантиметров 300, хотя, возможно, вот это 300. В общем, с ценами непонятно. Шкатулка с кроликом 900 рублей, 13 сантиметров. А, вот такие курочки есть. Большие, 200, 400, 500, 350. Это, видимо, конфетница 1500. С кроликами, опять же, птички на веревочках. Птички разного цвета. Видите, в клеточку. А вот курочка 99. Букетики, веточки. Тут прям вот такая композиция. 899 стоит с веточками. Ой, друзья, тут же еще и кролики есть такие же красивые. А вот такие кролики. Толстенькие, внутри поролон. Наверное, на ниточках можно подвесить. Наборы для раскрашивания. Яйцо можно раскрасить. 400 рублей. А тут вырастить можно такого цыпленка с травой. За 7 дней вырастает. Сколько стоит, не видно. Давайте посмотрим, что с этой стороны. 319. Корзинки. Распродажа. 300 рублей. Корзина Ротанг. Прям такие крепкие настоящие корзинки. 29 на 20 и на 28. 149 поменьше. Вообще цена отличная, по-моему. Размер 24, 18 на 22. Вот это настоящая корзина, друзья. 300 рублей. Вот такая большая. Круглая. 99 вообще. Цены. Цены тут супер. По 99 дешевле, чем фикс прайс. Большая корзинка. Диаметр 25. С пластиком. 99 тоже вот эти цветные. 99, 99 огромная корзина из бамбука. Цена 99 рублей, друзья. Где вы видели такие цены? Может быть, ошибка, конечно. Но вот стоило 659, стало 99. Вот это цены. Для какого-то пасхального декора, для подарков. Я знаю, многие на праздники дарят такие композиции в корзинках. Вот эта корзинка 299. В общем, отлично. Забегайте обе. Пасхальный набор. Подставка, декоративное яйцо. Надо будет собирать. А вот так будет выглядеть. Видите, там яйца. Яички можно разложить, друзья. Яйца. Так, тут что-то интересное. Расписные шкатулки. Это шкатулочка будет. И этикетки для яиц. 129 рублей такой набор. Тут опять корзинки. 149. Ротанг побольше. 300 рублей. 300. Красный по 100 рублей. Без ручки. Это все натуральные корзинки. Из бамбука. 299. Букетики разные. 79 рублей. Верба. Веточки. Вот можно вот так вот птичек развесить. Это еще какие птички. Возможно, их уже раскупили. Сейчас посмотрим дальше. Пена флористическая. Смотрите, как можно сделать композицию. 23 на 11 на 8. 100 рублей корзинки. Набор яиц. Вот это вот декупаж. Они явно в салфеточку обернуты. Такие с лавандой получились. Вот берите на заметку. Можно в фиксе взять за основу. Там пластмассовые яйца продаются. И уже сделать их оригинальными на свой вкус. Гномы сидят такие с пчелами. Полосатые ножки у них болтаются. Гном 2500 стоит. Вот у них ценники, оказывается, есть. Гномы. Мальчики, гномы, девочки. Есть вот такие, которые стоят. Гномы тоже 2600 стоят. Друзья, дальше прогуляемся с вами по Галамарту. Снимала в ТЦ «Июнь» на Индустриальном. Тут тоже есть кое-что к Пасхе. К дачному сезону уже много интересного. Вот такой вот отдел. Тут всякие насадки для шлангов, какие-то опрыскиватели.
обзорно вам покажу. Кому интересно, забегайте в магазин, смотрите. Органайзеры для хранения в ящиках. 3 штучки со скидкой сейчас, смотрите. Размер 27x9x5, 13x9x5. Они такие плотненькие, как будто бы из фетра. Форму держит, наверное, пластик в основе. Сейчас посмотрим. Сделано в Китае, полиэстер 100%. 249 рублей. Видите, можно канцелярию хранить, косметику, наверное, можно хранить. Новые формы для запекания. Красивая такая коллекция, нарядная, с ручками. Разных они тут форм, размеров. Так, сделаны. И не вижу, из чего не написано. Почему-то прямоугольная с ручками. 769 рублей. Так, давайте на коробочке посмотрим. Коробки, наверное, будет 26,5 на 15 и на 5. Скорее всего, керамика по ощущениям. От минус 40 до 230 можно в посудомойку ставить. Сделано в Китае. Керамика. Такая вот новая коллекция. 769 рублей. Например, прямоугольная, овальная 990. Есть круглая 950. Тоже белая и зелененькая. Квадратная 950. Побольше размер 990, 1300. Тут еще 1290, такая квадратная большая. Квадрат с ручками, керамика, да. На красные и на зеленые формы для выпечки скидка 549 рублей стоит, 640 почти, 630. Это керамика 34,5, 22,5 и на 5. Стеклянные формы есть для выпечки. Круглая, например, вот такая 569 рублей для пирогов. Есть с крышкой, кстати, вот удобная на литр, 529 рублей. Баночки для сыпучих с бамбуковой крышкой, 379 маленькая и большая со скидкой 429. Подставка под ложку 115 рублей. Вот, кстати, баночки для специй такие были, фикс прайс, по-моему, 99 рублей, 4 штучки. 159 рублей, 189 для спагетти. Такая вот для специй наборчик. Кстати, можно подписать. Перец, соль, паприка. 145 рублей. Полкодержатель для кухонных принадлежностей на магните, на холодильник. Или куда-то можно прикрепить. Смотрите, какая скидка. 50%. 24,5, 34 и на 6,5. Видите, можно рулончик с полотенцами повесить. Тряпочки какие-то. Тут вот полочка. Внизу крючки. По-моему, удобная. Вот она магнитится прямо к стене. Вот эти держатели появились навесные. 359. Это у нас органайзер для сковородок, для крышек. 600 рублей. Ну, а прямо у кассы на выходе увидела вот такую красоту для Пасхи. Это подставки для яиц с цыплятами. Есть с кроликами. Кролики разные. Такие белые с ушками, есть зелененькие, там уже без деталей. 219 рублей, 155. Тут курочка-подставка для 3 яиц, тоже такая симпатичная. 279 рублей, по-моему, она стоит. Выше полочка тоже с декором. Тут крошечные вот такие курочки, кролики. Совсем они маленькие, сантиметра 3-4, наверное. И цена 105 рублей. Кролик с цветочками, очень симпатичный. Высота 14 сантиметров, 239 рублей. Такие декоративные курочки 59 рублей. 95 рублей гнездо с цыплятами. Рядом цыплята, но они уже как-то совсем развалились. 59 рублей стоят веточки. Букетики 212, 65 рублей, 189. Корзинки дорогие какие, 300, 350 рублей. Но вот этот декор мне понравился. Правда, осталось уже немного. Мне кажется, хорошо разбирают. Вот еще есть наборы для раскрашивания. Похожие были в обе. Тут краска и вот такая фигурка. 179 рублей стоит. Друзья, ну и на этом буду сегодня заканчивать свой обзор. Спасибо вам за просмотр, за внимание. Всем всего отличного и пока-пока.